Габулов. Удар. Хороший ноте. Он, судя по всему, завершает вот этот финальный матч. Здорово. Смотрелся. Время наступает. Время Амкара. И мы как раз здесь видели, что Жирков не смотрит сектор. Внимание. Очень сильно и очень... Потому что впереди еще по 4 удара. Ну, если, мы, конечно, они потребуются. Да, если они... 2-0. И уверенно забивая с запасом. Исполнил этот 11-метровый. Мяч залетает в ворота от перекладины. Для Амкара очень сильно пробил. Очень сильно. И звук какой был, да? На грани. Был на грани Мартин. И обратим внимание, что сосредотачивается. Габулов угадывает, но мяч поднят на такую высоту, что Владимиру просто тяжело до него дотянуться. Конечно, кто-то из болельщиков Амкара сейчас будет сетовать на то, что при счете 2-0. И попадает в штангу. И вновь Акинфеев угадал. Дотянулся до мяча. Тут я говорю о кубках для Газаева. И забивает победный гол. ЦСКА выигрывает кубок.